Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами. Бисмарк. Со дня инаугурации Владимира Путина прошел год. За что мы, большая часть россиян, отдали свои голоса? И почему по опросам в ЦИОМ 77% россиян считают себя счастливыми? Им что, подмешали в чай ЛСД? Или в стране все не так плохо, а чтобы стало лучше, мы должны изменяться и сами? Разве плохих полицейских, чиновников, врачей к нам завозят из космоса? И что, если бы мы выбрали другого президента? История не терпит сослагательных наклонений, зато терпит сравнение. Последний год Европу лихорадит. Кризис, безработица, беспорядки. Излишний либерализм даже парижан заставил пойти на баррикады. Государственный долг России в десятки раз меньше Германии, Испании или Италии. Уровень безработицы в той же Испании 24,8% против 5,3% в России. Остался незамеченным факт. По данным ООН за 2012-2013 годы Россия поднялась по индексу развития человеческого потенциала на 11 пунктов, а численность населения начала расти впервые с 1991 года. Средняя продолжительность жизни увеличилась, достигнув 70 лет. Россия постоянно воюет и, наконец, обрела достойного министра обороны и военный бюджет в 20 триллионов рублей до 2020 года. Это больше, чем когда-либо в новейшей истории страны. Часть кораблей военно-морского флота США 280 дней в году уже проводит в нейтральных водах Черного моря. 2 часа понадобится томагавку для полета от берегов Черного моря до Спасской башни Кремля. Мы готовим адекватный ответ на вопрос о мировом господстве и возвращаем статус мировой державы. Хочешь помочь? Трудись. Не хочешь? Не мешай и... свали с дороги.